где развивающие игры мы делаем своими руками, да, Соня? Да. Сегодня у нас игра рисование, но не простое, Соня, да, а рисование химическое. Эта игра будет называться «Шипучая картинка». Шипучая картинка. Или «Картинка-шипучка». Соня, для этой игры нам понадобится обычная пищевая сода, уксус, который мы разукрасили разными цветами, и пипетка. А дальше включаем фантазию и рисуем картину, которую ты захочешь. Да. Начинаем? Да. Бери пипетку, опускай ее. Смотри, Соня, самое главное, не трогай руками, и видишь, запах такой специфический. Это уксус. И набирай. Так. Ой, Соня, что происходит? Давай еще. Ой. Видишь, какая картина получается? Вот что получается. Софика, видишь, как интересно. Так. А что ты рисуешь, София? Что домик. Это? Домик? Шипучий домик. Шипучий домик? Шипучий домик. Что будет? Ой, смотри, красный как-то вообще сильно шипит, Соня. Ой. Соня, это какая-то гусеница получилась. Так, какой цвет ты берешь? Ой, Соня. Так. Опа. Соня, пока ты рисуешь, я скажу нашим зрителям, чтобы они обязательно ставили лайки, подписывались на наш канал, да, Соня? Чтобы не пропустить новые видео. Помой пипеточку сначала вот так. Теперь можешь брать еще. Я дорожку. О, дорожку. Соня, самое главное, будь аккуратной, потому что все равно это химическая реакция, чтобы это не попадало в глаза. На руки аккуратно пипеточкой. Ух ты. Не выйдет оно за края. Соня, можешь взять какой-нибудь другой цвет? Там, по-моему, пурпурный еще был. Что? Пурпурный был, интересный. А где пурпурный? Пурпурный. А я сейчас тебе скажу. Вот он, по-моему, вот этот. Нет. Попробуй его взять. Нет, нет, возьми вот этот. Сейчас этот вылей. Возьми вот этот. Он вообще интересный, Соня, вот этот. Так, ну-ка попробуй. О. Соня, помой, пожалуйста, пипеточку. Сначала в водичке, вот. Так, Соня, что-нибудь вырисовывается, ты видишь, что это получается? Ага, дорожка, гусеница. Гусеница или дорожка? Ой, смотри. Ты просто воды налила, да? Да. А ну-ка, попробуй уксус. Вот, видишь, сразу с водой, разница. Но... С водой не получается реакция, а с уксусом получается. Видишь? Опять с водой. Давай еще, набирай еще какой-нибудь цвет. О-о. Аккуратно, руками не надо. Я не думаю. А что я считала? Так. Ну-ка. Воу. Ой. Рядом с синим. Рядом с синим. Синий цветок. Голубой. Голубой не получается. Угу, красиво получается. Где у вас за цвет мой гусеничек?
Это разноцветная гусеничка будет, да? Да. Которая живет в тропических лесах где-то. Смотри, Соня, красный самое, почему-то самое активно вступает в реакцию. От него получается больше всего пены. Так. Ой. Соня, после рисования тебя ждет наша новая рубрика, которая называется «Шире мысли». Шире мысли? Да, на развитие гибкости мышления. Будет очень интересно. Я еще пшипну вот этим. Так, давай. Тебе. Куда мне? Нет, только на поднос. Друзья, обязательно придумывайте разные способы рисования с детьми. Что? Не просто на бумаге. Соня, что ты делаешь? Теперь цвет на цвет? Да. Ох ты, смотри, какая реакция получается, Соня. Ну ты используй тоже, Соня, еще те участки, которые остались нетронутыми. Ой, Софа, ты сейчас сделаешь что-то страшное, мне кажется. Нет. Ой, ты смотри, какой вырос. Картошка какая. На картошку уксус. Ага, ничего себе, София. Сейчас она будет таять, эта картошка. Это ты воду сейчас добавляешь, Вика. Ты специально добавляешь? Да, я... А ты добавь как можно побольше уксуса, попробуй. Нет, ну другое место куда-нибудь, Софи. Он сейчас поднимается уже, не знаю. Поднимается. Ой, София. Ну ты уже делаешь все подряд. Ух ты, Соня, это какой-то горошек или что? Это облачка? Или капельки, дождь? Или это ветрянка синяя? Или веснушки, мама? Можно я тоже попробую? Ну-ка попробуй, мама. Или это у нас птица получается, София? Да. С морепродуктами, мама. Так. Подожди, подожди, можно я еще чуть-чуть? Можно? Маме тоже интересно, смотри. Это колбаски пепперони. Да. Ну-ка, Соня, ты добавишь зелени немножко, да? Так. Руккола. Я хочу опять эту картошку сделать. Опять сделать большую картошку? Ой, София. Там уже нет, наверное, ничего или делается. Растет картошка. Да, растет. Ой, смотри, какая разноцветная растет прям. Разноцветная картошка. Растет, 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 растет. Что это такое получается? Соня, ну что у нас получилось? Что-то похоже на пиццу, да? Да. Получилась какая-то картошка. Какая-то картошка? Пицца с картошкой? Большой леденец какой-то. Что? Большой леденец разноцветный. Они же обычно такие бывают. Соня, а теперь мы плавно переходим к рубрике «Шире мысли». Да. Я буду задавать тебе несколько вопросов, а ты на них отвечаешь. Хорошо. А кто в этой пицце повар? Как его зовут? Настасья Петрович. Настасья Петрович? А какое у него было настроение, когда он готовил пиццу? Не очень такое. А есть у Настасья Петровича друзья? Да. А сколько их? И кто они? Чайник, чашка, коробка. Чайник, чашка и коробка его друзья, да? И часто он с ними видится. Чайник еще. И чайник? Чашка, чайник и коробка. Что и они... лампа еще. И лампа. Что они обсуждают обычно при встрече? Они обсуждают про пиццу. Про пиццу? Да. Соня, ну вот так мы порисовали, пофантазировали немножко.
узнали про Настасья Петровича, да? Да. И теперь будем прощаться. Да. Пока. Ставь лайк. Ставь лайк и подписывайся на наш канал. Пока. Пока.